ходят, я говорю, а посередине кобыла, а по краям жеребцы производителей. Говорит, как так? Я говорю, ну вот так. А у нас танец есть такой, полька-тройка. Да. Впереди, значит, в центре ставится мужчина, да. Дамы по бокам. Обычно так делают. Да, и вот, значит, пляшут, полькой скачут, потом меняются, значит, коренной остается, присяжные меняются. И так до потери пульса. Все счастливые, даже кто не умеет танцевать, все довольны. Ну, обычно, как бы, присяжки либо мелина идут, либо все жеребцы, либо мелины, либо кобылы. Но у нас вот такой вариант. У нас были к ней присяжками две кобылы. Да, ребятки, поехали. Но мы их продали, вот такой продажи. А тройку надо было для Деда Мороза собирать тройку. Вот эти удобрения. Вот эти колокольчики для романешки не подходят. Хорошо. Девчонки, какие же вы молодцы, как вы управляете? А у вас что, у нас завод здесь или нет? А? У нас завод какой-нибудь? Нет, это мои лошади. Свои у меня. Ваши, да? Администрация города 2 года назад попросили, и